А это наша новая студия. Это помещение простаивало просто несколько лет. Здесь мы пишем различные ток-шоу, развлекательные программы. Оборудование здесь позволяет выходить в прямые эфиры и также записывать программы. Ну а здесь мы записываем самую, наверное, основную программу. Называется она «Халхпинбилик», где важные и интересные спикеры отвечают на ваши вопросы. Камера, мотор, работаем! Это один из операторов телеканала Давран Абдиев. В день несколько съемок, работы 24/7. О личной жизни порой приходится забывать. Всегда, когда пожар или... Короче, чрезвычайное ЧП, короче, первым вызывает телевидение, а мы как будто будем тушить там пожары или что-то, или спасать. Вот, а должны освещать. Тебе нравится твоя работа? Конечно, если не нравится, я давно бы ушел. А сложно работать с журналистами? Особенно с тобой сложно. У некоторых есть журналисты, которые говорят это с ними, это с ними. Есть и капризный журналист, мне надо это снять. И вот и в огонь и в воду уходишь из-за этого журналиста. Потом... Почему ты на меня смотришь? Ты, самый капризный журналист — это ты. Несмотря на день рождения, коллектив телеканала работает в обычном режиме. 5 минут на обед и снова в руках микрофон. Журналистка, где мы, журналисты, сидим и пишем новости. Ну, как всегда, здесь никого нет, но есть наша Шинарапай. Шинарапай. Как мы работаем? Шина, интервью. Еще давайте. Шинарапай наша мама. Халай тулетимиз билмейм, жумуспен да? Казыр мына не знаю, как будем праздновать, но нужно готовить новости. Сейчас сняла про долгожителя материал, такой хороший материал. Чтобы вы знали, нас не только просто кормят вкусняшками, но у нас есть даже здесь доска почета. Смотрите, вот здесь вот все вот я здесь. Здесь Шинарапай, Фарида Насовна, наш директор. Ну а здесь мы выставляем каждый месяц лучшего работника месяца. Лучшим работником стал Галымжан Кенжебек. Телеканал ОТРАР – это новости. Телеканал ОТРАР – это развлекательные, аналитические, детские и молодежные программы. Здесь у нас монтируются различные программы, сюжеты. Но ОТРАР был всегда универсальный. Вот здесь сейчас, смотрите, это наш директор. Она тоже монтирует свою программу. Потому что ОТРАР на самом деле универсальные люди. Здрасте. Сложно вообще директору быть и монтажером? Нет, конечно, не сложно. Что тут сложного? У меня, допустим, ты сам знаешь, да, есть одно правило, то, что каждое утро, когда мы определяем темы, это не цель, не то, чтобы просто хайпануть на какой-то проблеме. Ты пап? ОТРАР готовит мастеров своего дела. Проекту «Академия речи» уже год. За это время сотни учеников улучшили дикцию. Голос зазвучал с новой силой, прибавилось уверенности. Доброе утро. Просыпайтесь вместе с нами. У Надежды Сыдыковой сегодня дебют. Сегодня она первый раз ведет утренние новости. Выпускница «Академии речи» уверяет, ОТРАР для нее – школа жизни. Учеба мне давалась тяжело. Но я хотела этого, я мечтала вести вечерние, утренние новости. Так, если честно, я не считала, потому что есть групповые занятия, есть онлайн-занятия, есть индивидуальные занятия. Но как минимум несколько десятков нужно будет посчитать. Между прочим, я тоже начал заниматься, но в один момент сбежал с урока. Почему? Сбежал с урока. Но обязательно вернусь. Новости и программы можно смотреть не только по телевизору, но и следить за происходящим в Ютубе, Инстаграме, Фейсбуке и в Телеграме. В топе неизменно сайт otrar.kz. В непростое для всех время журналисты работают в усиленном режиме. Когда в стране объявили режим чрезвычайного положения, коллектив принял решение не уходить на удаленку. Все это время мы рассказываем и показываем, как живет Шымкент, Туркестанская область, во время пандемии. ОТРАРу 28 лет, телеканалу ОТРАР. Да, знаю. Что вы хотели? Смотрите или нет, ничего хотели бы пожелать?
Желаем процветания, желаем, чтобы побольше... освещали актуальные вопросы, да, чтобы всем нам интересно было. Хороших журналистов вам! Смотрите? Смотрим, с удовольствием, потому что местный канал же. Именно рассказывает про город Шымкент, вот, как бы, да, все, вот, мне вот нравится. Ну, единственное, я смотрю новости, и все. Чего пожелаешь? Желаю дальнейшего процветания, успеха, чтобы еще больше развивались. Все нравится. Да? Мы попросили это. Всех, кто есть, критикуйте, пожалуйста. Может быть, жизнь станет лучше. Кстати, я на вас подписана в Инстаграм, я чаще в Инстаграме за вами слежу и все. Нравится? В принципе, да, я смотрю. У нас день рождения. Да вы что? С днем рождения у вас. Все нравится, новости нравятся. А что? За что можно нас похвалить? Похвалить? Наверное, за своевременные новости. А за что поругать? Поругать? Не знаю, у меня в основном муж смотрит, а я так мельком. Проходят годы, коллектив меняется, но неизменным остается одно – желание делиться новостями, помогать тем, кто обращается к нам, журналистам. Шудин Саидов, Амантай Уэльбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «ОТР».